Всем привет! Сегодня я разбираюсь на своем стеллаже для моих экспериментов. Так, значит, здесь у меня пеларгония. Разные сорта. Какие, уже даже где, не знаю, потому что все перемешалось. Но, по-моему, их было два цвета. Розовая и сиреневая. Наверное, не знаю. Посмотрим потом, когда зацветут, какие остались. Вот хочу вам показать странное растение. Я сажала много. Вот что это и кто это, я даже понять не могу, потому что упаковка стерлась. На всходах было много разных всяких надписей, этикеток. И кто это остался, даже не пойму. Кто-то ампельный. Если кто знает, подскажите, кто это. Так, сейчас я его вот сюда разверну. Вот поближе. Не знаю, что это за растение. Может, его подстричь надо, чтобы у шести был тоненькие какие-то веточки. Не знаю, кто это остался. Не сохранилась у меня надпись. Не знаю, куда делась. Так, а это у меня гортензия. Гортензия крупнолистная, которую я привезла с дачи. Вот смотрите, мне кажется, там уже бутончики будут. И она собирается цвести. Сломалась у меня палочка при укрытии веточком. Я ее разделила на две. Вот у меня одна такая сидит. Вот она у меня здесь под лампой, потому что теплолюбивая, окошки открываем, боюсь, что... Ну, ей тоже что-то здесь как-то, наверное, сухо ей или влажно, листики какие-то странные. Ну, вроде живая. Сейчас поближе на свет поставлю. Покажу. Вот, смотрите, какая она. Похоже на цветочек. Так, дальше. Это у меня комнатные помидоры. Маленькие. Не знаю, конечно, что получится. Но вот зашли вроде хорошо. Тоже пока здесь будут стоять. Так, дальше пойдем. Здесь у меня, по-моему, одна всего лишь осталась примула. Одна. Вот какая-то она слабенькая. Кто-то еще рядышком растет. Кто это, даже не могу сказать. Так, а это у меня взошел. Вот как бы вам так показать хорошенечко. Сейчас я подвину вот это все сюда. Вот смотрите. Это взошел. Локс однолетний. Так, здесь у меня маленькая петунья сиреневого цвета, но такая красивая вроде должна быть, пока вот так растет. Так, это мои петуньи. Вот один, это, не пугайтесь, это никто не погиб, это черенок. Я от белый прошлогодний, который у меня ради эксперимента я забрала домой. Ну, очень красивая белая, пушистая ампельная петунья белого цвета. Я ее забрала домой, и это вот от нее череночек. Он только на укоренении, я его вчера только посадила. Поэтому он такой неприглядный. Так, значит, мне надо сейчас разобрать, поставить все так, чтобы это ничего никому не мешало, потому что этот ящик я прямо сразу повезу на дачу. Крупную петунью хочу посадить уже по кашпо, чтобы они уже на дачу приехали в сезон пушистые и цветущие. Так, сюда сейчас еще добавлю. Так, еще добавлю мне тут
три штуки. Так. И посмотрим, что там за всходы. Тут петунья тоже разная. По сортам не могу сказать, где какая. Потому что все смешалось. Какой-то хаосный был у меня эксперимент. Вот. Но думаю, что все посмотрим, когда все зацветет. Так. Ну, вроде расставила. Сейчас я пока убираю сюда. А на выходных буду их рассаживать по большим горшочкам, потому что им уже совсем тут тесно. Они вон большие, какие-то маленькие, потому что сорта разные. Даже не пойму, где какая. Так, немножко завалилась, но ничего страшного, она отойдет. С листиками тоже все нормально. Так, продолжаю разбираться. И устом. Сейчас попробую аккуратненько снять, не завалить мои стаканчики. Так, вот мои устомки. Их осталось три. Еще одна заболела, совсем плохая. Поэтому пришлось выкинуть. Вот. Так что этих только три. Ну, вроде неплохо себя чувствует. Боюсь уже сглазить. Не успела снять ролик, как одна еще погибла. Вообще, говорят, капризное очень растение. С ним очень надо долго возиться. Очень капризная она. Это эустома. Посмотрим. Так, выходные я сажала цветы еще. Здесь у меня кто-то на пробу был. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Так, о, ну смотрите, саженцы сеянцы взошли. Как-то неравномерно. Ну, здесь полегли, может, вода попала. Всего один. Ну, вот как-то так. А кто это у меня? Это у меня портулак крупноцветковый. Ну ладно, будем открывать, а то запарились, видно, они здесь. Так, продолжая свои разборочки на своем стеллажике. Хочу занять только две, пока все маленькое, в рассадной, только две полки. Стеллаж у меня на три полки, но займу только две пока. Надо все компактно расставить. Ну, эти сеянцы уже надо тоже. Посмотрим, как они зайдут дальше, будут себя чувствовать. Так, следующий что? Ну, данный стеллажик у меня стоит в комнате. Так как больше места у меня, к сожалению, нет, куда его поставить. Так, тут у меня виолка. Сейчас посмотрим, что там с моей виолкой. О, тоже что-то кто-то зашел. Вот, ну, тут еще мало сеянцев. Семей. Только всходит. Посмотрите. Так, виолу пока поставлю вот сюда. Приоткрою пакетик, пусть там только один сход, пусть лежит пока там. Вот надо, как все, подписывать растения. А я пакетик положила и потом не пойму, где у меня кто стоит. Так, следующие у меня будут перцы. Сейчас надо будет раскрыть, посмотреть, что здесь. Так, перцы я сажала вот такие. Правильно, спелый урожай. Медалист F1. Ну, пока еще в таблетках. Пока еще никого нет. Ну, перцы долго всходят. Я их только вот в субботу, в пятницу посадила. В пятницу. 7 февраля
Так, ну и последний, это у меня огородное изобилие, баклажан алмаз. Посмотрим, что здесь. Так, баклажаны тоже пока нет никого. Ну, подождем. Так, это вот как раз та петунья, которую я привезла с дачи. Белые. Очень красивая. Я их пока тоже держу в парничке. А это вот вторая часть гортензии. Ну, это... Не хочет пока цвести. Но она вообще какая-то странная вытянулась длинной палочкой. Уж извините. Неопытность съемок. Ну вот, еще раз говорю, домашнее видео для себя снимаю. Хотите, подписывайтесь, хотите, не подписывайтесь. Спасибо всем. Пока-пока.